Всем привет, друзья, с вами Спикер и Полицейский Патруль. Мы сегодня одели новую форму, и вот так она выглядит. Вы по первый снег в Лос-Антосе, обалдеть. Так, я вижу, есть преступники, уже вертолет летит прямо за преступником. И у нас сегодня, друзья, будет, конечно же, снегоход, потому что вы первый снег, и, конечно, берем снегоход. Хорошо, быстренько садимся. Вот такой у нас снегоход, включается фар, у нас есть ближний дальний свет. И что, поехали уже? У нас есть там преступники, даже не знаю, что там за преступники. Ребята, напарников здесь даже не взять. Да, напарника возьмем. Уже не посадим, конечно, преступников. А я не вижу, куда делся наш преступник. Можно, в принципе, найти уже диспетчер. Дай-ка мне, наверное, новое задание. Уже посмотрим, что у нас сегодня есть. У нас есть прогрессик, ну-ка, подтверждаем. Жалко, нет сиренок уже в нашем снегоходе. И где-то уже в пустыньке. Ну, поехали прямо через пустыню. Как раз в таких местах нужно. И нам нужен снегоход. Так, я вижу. Ух ты, жесть. О, как он подлетает-то. Да, я, конечно, починил мод, и у нас все работают вертушки. Можно вызвать побольше вертушек и вести уже ночные перестрелки. А вот наш преступник. В принципе, кажется, нет перестрелка, значит, будем адекватно. Ребята, я уже припарковался. Какой красивый закат. Обалдеть. Сколько снега-то. Интересно, у нас же остается снег на снегоходе. Хорошая моделька, в принципе, мне кажется, мне механика у нее не очень. Хорошо, наверное, стреляем уже по колесам. Ребята, сейчас обгоним. О, как люль быстро обгоняется. Так, прижаться к обочине, полицейский патруль. А может даже стоять прям на рельсах была. Так, мы стоим, вот так спокойно стоим. Красотка, стой на месте, полицейский патруль. Он как-то ранит-то. Ребята, берем ее. Берем ее живой уже. Так, выходим. Так, выходим, ребята. Полицейский патруль, руки в гору уже. Давай прям похарим. Так, у меня идет перезарядка. Чудесно, руки подняла, и все, она выходит. Прям чувака. А что происходит-то? Ребята, вытаскивайте их. Ох, как эпично происходит, вертушка еще, обалдеть, вытаскивается красотка, о, тоже снегоходик, такой черный, ух, тут довольно интересный цвет, черный белый был, хорошо, у нас будет такой красный с черным, ребята арестовываются, ну, чудесно, а почему у нас красотка сидит на месте, сейчас разберемся, ну-ка, давай прямо на меня, наверх, так, выходим, полицейский патруль, красотка, выходи уже, тебя тоже нужно арестовать, куда уже в бега подалась, все нормально, сейчас арестуем, ну, так, шокером, пускай потрясется-то. Спасибо, ребята, вызываем, наверное, побольше ребят. Сейчас приеду и арестуют вас. Так, встает, встает, нормально так. Оп, мы их просто взяли и сбили. То есть ты нужно. Хорошо, никто ничего не видел, поехали дальше. Да, на снегоходе стоит у нас. Так, у нас есть угон автомобиля, в принципе, я подтверждаю. Ну-ка, погнали, где у нас находится? Основа в пустыне. В принципе, хотелось включить, конечно, мигалки, но у нас мигалок нету. Ах, поезд, короче, у нас стал короче. Поезд стал короче, и можно. Все, приехаем. Так, вертушка полетела уже именно к преступнику, и никуда он не денется, мы, конечно, его арестуем. Так, как слишком далеко уехал. Хорошо, мы вызываем уже патрульных машинок, пускай ребята приедут, возможно, и даже раньше меня арестуют. Но довольно ночка темная стала в GTA-шке. И гораздо будет интереснее уже ловить преступников в ночных погонях. Так, прям по курсу вижу. Интересно, какова скорость нашего снегохода? Так, вижу прожектор. Где-то прям тут у нас преступник, он поехал дальше. Сейчас догоним, ребята. Так, что у нас есть? Шокер у нас сегодня есть. Мы промчались. Он поехал, кажется, к маяку. Так, у нас есть шокер. Ребята тормознули. Все нормально, проезжаем. Кто у нас? Там даже не вижу, что это на машине, либо на мотике. Ох, нормально. Ребята у нас просто на байке. Ох, в разные стороны. Сейчас арестуем. Так, один, второй. Так, вдогонку уже? Вдогонку. Вот так похарим можно. Ну, в принципе, да, это сразу убили. Хорошо, догоним на второго. А где наш снегоход? Куда делся? Куда он делся? А он внизу уже ковыряется. Сейчас сядем, наверное, и догоним нашего преступника. Там, вижу, целая делегация собралась. Ну-ка, быстренько, уже возле рейса. Успели бы... Так, вижу преступника. Сейчас преступника быстро арестуем. А, кажется, ребята уже догнали его. Да, ребят, кажется, догнали. Сейчас посмотрим. И, наверное, все-таки арестуем. Так, вот вижу прожектор. Прям прожектор. Нет, он ушел. Он нас уходит. Преступник наш уходит, а хорошо как освещается. Так, и не вижу. Я реально его не вижу. Они прям по центру, прям в кустах. Так, вижу, ну что, полицейский патруль, чувак, с новой миссии. Прямо по заднице. Готово. Довольно эпично смотрится. Да, новое освещение в GTA-шке просто обалденно смотрится. Руки в гору, чувак. Хотел тебе прямо в мордашку, не повезло. То есть тебе повезло. Так, давай-ка уже на колени. И тебя арестуем. Так, на хамере, красотка. Хорошо, наверное, тебя арестуем. Одеваем наручники и вызываем код 2. Так, спасибо, вертушкам. На сегодня свободно. Хорошо, вызываем код 2 и патрульную машинку сюда, пожалуйста, чтобы забрать нашего преступника. Хорошо, диспетчер, дай ко мне другое задание. У нас есть перестрелка прямо рядом с нами. Ну-ка, подтверждаем и погнали. Хотим включить сиренку. Кстати, можно даже посмотреть. Так, это не то. Включение сирены. У нас включение есть.
Да, включение только света, и все. И больше ничего нет. Нам нужно, кажется, подняться выше. В принципе, можно сделать модельку и сделать даже сирен на ней. Так, преступники проехали рядом. Сейчас повернем, как нужно дрифтануть. Ух ты, да, как он дрифтует. Мне кажется, слишком дрифтанули. Проскочили поворот наш. Там, походу, какой-то хаммер. Мне кажется, там грузовичок, и как раз будет перестрелка. Ну что, мы готовы, конечно, тоже отстреливаться от преступников, и там уже перестрелка начинается. Так, промчались. Нужно побольше машин вызвать. Хотя пока мы сами можем справиться. Ну что, началась перестрелка, вижу. Так, подъезжаем поближе. Подъезжаем поближе, в наш замедляем время. И прям в водилу. Ух ты, жесть. На, о, хороший выстрел. Обалдеть, это было красиво. Так, он останавливается, он выходит и начинается перестрелка. Ребята, в руки в гору уже. Так, закроем дверь. Так, может, по ногам? По ногам, подходим поближе. Нужно всех арестовать. Если возможно, конечно. Прям в грудь. Брось оружие. Брось оружие. Полицейский патруль. Так, походу просто прижали. А, вижу. Так, куда ложишься? Так, не вижу твою пушку. Брось пушку уже. Так, он встает. Он снова встает и снова садится. Так, у Киешки нужны земельки. А нам нужно арестовать остальных. Ребята, вы отдыхаете. Так, выходим по одному. Их просто заблокировали. Решил просто закрыть дверь. Так, он не хочет выйти. Хорошо, сейчас поможем. Ребята приедут и помогут вам выйти. Так, можно вам маленькую машинку назад чуток? Так, он, видимо, отстреливает. Сейчас откатим, потому что нас блокируют. Так, откатили. Все, наши выходят. Все втрое выходят. Он прям красотку нормально. Так, брось, брось пушку. Ей прям в голову. Так, чувак уже мертвый. Остался всего лишь один. А чувак куда-то побежал. Ты куда, красотка моя? Так, хорошо, наверное, тебя арестуем уже. Ой, какая несчастная. Так, хорошо, тебя арестуем. Так, он живой, не живой. Тогда можно арестовать. Второй уже мертвый, и водитель тоже мертвый. Так, хорошо, наверное, вызываем уже скорую помощь. Нам нужна скорая помощь, и, наверное, код 2 нам нужна машинка, чтобы забрать нашу преступника. Наказанный, арестованным. Диспетчер, дай другое здание. Так, у нас здание прямо перед нами, подтверждаем. И что у нас тут есть? Так, прямо перед нами где-то красная отметка. Так, секундочку, походу, проехали. Армейский у нас грузовичок. Хорошо, погнали. Как набирать скорость? Жалко, нельзя включить сирены. Довольно было эпично. Так, у нас есть машина позади. Хорошо, вызываем одну вертушку, потому что у нас... Темные ночи, и нужен нам свет. Сейчас прямо вижу вертушку уже летит. Так, ну что, даже не знаю, максимальная скорость. Интересно, сколько у него максимальная скорость? Ну, это же не просто на газ на полную. Так, догоняем. Так, на ребят обгоняют. Нас догоняют. О, как он поднял его. Нормально, поднял, он поехал дальше. Хорошо, открываем, наверное, огонь прямо по колесам с помощью шокера. Остановится полицейский патруль. Слишком далеко. Сейчас чуть поближе подъедем. Так, он в кипиш уже, мы его в кипиш, и мы уже обгоняем, тут довольно эпично смотрится. Свет такой, обалдеть, сколько машин-то. Обогнали, мы поехал в другую сторону, сейчас вернем. Так, можно даже прям по, сильно по колесам. Прям передние колеса. Ух ты, стоп, он промчался, это было довольно жестко. Ребята, проезжаем. Слава богу, меня не сдавили. Хорошо, быстренько садимся на наш байк, на наш снегоход и погнали. У нас и ближний дальний свет, да, это дальний свет. Так, он преступник уходит дальше. Койоты. Жесть, реально страшно. Сейчас догоним, конечно, арестуем. Кажется, его уже догнали. Сейчас поможем, конечно, арестовать. Он поехал дальше. Ребята, поехали дальше. Так, хорошо, шокер. Шокер прям в одно колесо. Его выбрасывает на встречную полосу, и там он врезается. Ну что же, красиво получилось. На встречку только не он, а я. Ребята, нормально. Тачку уж переверну. Обалдеть, вот эта погоня. Ну, быстренько садимся. Быстренько садимся, рока нет на сирене. Довольно было эпично. Ребята, все в порядке. Вашу точку перевернули и поехали дальше. То, что нужно. Так, ну что, уже пригород выезжаем. Ехали в пригород, но преступник у нас едет дальше. Хорошо, вызываем побольше уже. Ребят, сейчас вызываем со всего штата. И сейчас будем его реально брать. Так, я вижу, маленько запаниковал. Ох ты, жесть, что там произошло? Он паникует и... Ох, сколько патрульных машин. Просто реально берем его уже. Ребята, зажимаем его. Так, выходим. Так, чувак, выходи, полицейский патруль. Выходи из машины. Так, ребята, давайте уже открываем огонь, наверное, шокером, не знаю. Шокером, либо прям по заднице. Ух, нормально. Да, руки в гору, все верно. Руки в гору уже, чувак. Так, его арестовали. Реально, куда гангстер похож. Хорошо, его арестуют, в принципе, мы не будем уже мешать. Ребята, очень много. Очень быстро арестовали его. Хорошо, диспетчер, дай ко мне другое задание. Мы сейчас отъедем отсюда чуть подальше и возьмем другое задание. Так, чудесно, вертушка отключила свет, значит, все окейшки. Хорошо, диспетчер, да, другой звонил, у нас есть угон автобуса. Ну что, можно посмотреть, как уже с помощью снегохода можно остановить автобус. Так, где-то прям сверху, прям в горку. Хорошо, вызываем, наверное, вертушку не получится. Пока преступника мы не увидели, мы не сможем вызывать вертушку. Так, реально, задний поворот.
Что происходит? Малик, перевернулись. Короче, одну патрульную машинку, чтоб ехала туда уже на место преступления, и уже вела преступника. Мы подъедем и, конечно, разберемся. Так, ну что, прям в горку. А у нас должна быть... А, вот, вижу автобус. Вижу уже автобус. Сейчас будем его брать, конечно же. Да, снегоход довольно удобный в таких местах уже, в пригороде. Так, ну что, подъехали, он спокойно так едет вроде бы. Спокойно едет, даже не знает, куда повернуть. Полицейский патруль, чувак, прижаться к обочине, он набирает скорость. Так, ну что, здесь у нас, конечно, там заложники, и будем брать его. Так, остановись, спокойно, так тормознули. Проверить документы, просто остановили, проверить документы. И решил он таранить нас, нормально. Сейчас быстренько выкинем его. Твою тушку нужно выкинуть из автобуса уже. Так, выходим. Так, похари, похари его, ну-ка иди отсюда. Мой автобус. Так, мы тоже выходим. Так, выходи, чувак, ну, кого ты завел-то? Так, не вижу нашу подмогу. Так, он побежал. Хорошо, уже побежали дальше. Мы просто возьмем и поедем. Наш преступник уходит, вызываем побольше, наверное, вертушек. Сейчас прилетят вертушки и помогут. Так, вижу две вертушки. Он в панике, он просто реально в панике. Интересно, а койот тут здесь есть? Взяли просто бы и сожрали. Довольно прикольно. Хорошо, вызываем еще побольше машинок, и все довольно будет эпично. Одного преступника уже в пустыне будем брать его. Всем разом. Хорошо, шокер, наверное, и прям по заднице, а ведь так далеко не убежит. Ребята, вот наш клоун, берем мужика. Так, потрясло маленького. Его потрясло, ребята подбегут и его арестуют. Хотя мы нет, это наша добыча. Это наш хлеб, и мы его будем арестовать. Так, руки в гору. Сейчас возьмем тебя. Ребята, он мой. Какой кровожадный гангстер. Так, давай-ка в харю уже. Да, проходит скрипт не очень-то и как положено. Так, давай-ка спокойно ложись. Не будем мешать ему. Все, он лег, и теперь можно арестовать. Так, да, окейшка, готово. Сколько копов, сколько вертушек. Так, даже два прожектора работает. Очиметь. Хорошо, мы его арестовали, уже нарко 2. Его заберут тогда, и мы уже поедем дальше. Так, яшки, он готов. Хорошо, диспетчер, что у нас есть? Угон автобуса снова? Нет, давай-ка другое задание. Нам нужно другое задание, у нас есть где-то... О, прям по курсу. Окей, яшки, подтверждаем, погнали. Что у нас там интересно будет, сейчас посмотрим. Даже можно вызвать СВАТ, даже не знаю, что такое. Так, прямо перед нами просто едет какой-то мопед. Нормально, преступник на мопеде. Так, можно взять шокер, в принципе, можно проверять все колеса ему. Так, походу, щена. Чувак, тормози. Да, скорость у него не очень-то и большая, можно просто выйти уже и просто выкинуть его с мопеда. Вот так, похаря. Вот так, нормально. Полицейский патруль, руки в гору. Какой-то азиат даже. Так, подмоги не будет, конечно, мы уже сами арестуем его. Базуки у него точно не будет за пазухой. Так, стой на месте. Стой на месте. Полиция прижаться уже к земле. Так, окейшки, готовы спокойно садиться. Наш азиат уже и арестуем. Приехали ребята, видимо, его просто заберут. Они просто проехали мимо. А вот и наш СВАТ подъехал. Хорошо, чувак, тебя арестуем. Там реально у нас СВАТ, Альфа-патруль. Тебя можно арестовать, да, можно арестовать. И как-то не очень-то их хочет арестовывать. Нет, может. Все нормально. Он мой, ребята. Мы его взяли. Так, окейшки, теперь можете его забирать. Так, давайте садимся и поехали дальше. Диспетчер, что у нас есть еще? У нас есть угон танка. И, конечно, подтверждаем. Поехали. Вызываем, наверное, вертушку. Вертушку еще нельзя. Мы не поехали на место преступления. Сейчас подъедем и разберемся. Угон танка, друзья. А вот и наш танчик. Можно даже типичным сделать. Уже так, ух ты, да. Вот наш танчик. О-о-о. Заток чуть назад. Вот так, выезжаем уже. Ну что, вызываю, наверное, патрульных машинок. В принципе, уже едут ребята сюда. И сейчас будет, наверное, перестрелка. Так, они повернули. Повернули, надеюсь, поедет прямо на танк. Все-таки я, наверное, вызову пару машинок. Пускай подъедет. Ох, сколько патрульных сразу появилось. Ну что уже, ребята, будем даже не знать. Как нам нужно остановить танк? Так, наверное, конечно, вызываем вертушку уже. Можно даже и вызвать боевушку одну. Так, ребята, давайте уже в погоню за ним. За танком. Только сильно не лезьте на рожон. Он реально может открыть огонь. И спускаются вертушки, и начинается эпичная погоня. Ну что, мы готовы, конечно, наказать преступника, даже не знаю, его взять живьем, либо просто его взорвать. А взорвать нам просто нечем. Хорошо, наверное, обгоняю вперед. О, наш танчик. Жесть. Как это видеть? Наверное, чуть подальше нужно. Так, вижу боевушку, он открывает огонь. Так, ребята, спокойно. Сейчас перевернется снегоходик. Так, газку, нормально проскочили. Что происходит с нашим снегоходом? Походу, маленько повредили его. Сейчас перевернемся, догоним преступника бачком. Получился какой-то даже дрифт. Нормально. Ух ты, жесть, какой получил взрыв-то. Все-таки перевернулись. Сейчас догоним, конечно, наш танк, там, не знаю. Он поехал дальше.
Так, ну все нормально. Все нормально, встал на колеса. Все-таки моделька, наверное, глючкованная. И получилась какая-то фишка интересная. Так, вижу вертушку. Танк поехал дальше, прямо через мост. Так, но сирен нет. Даже у меня одна нет. Нет, сирен, конечно, это печалька. Так, он через мост поехал, вертушку поехал налево. Сейчас подъедем. Там, по идее, у нас есть боевушка и уже, по идее, отрабатываю. Так, где-то прям слева. О, как нацепило-то. Прокатили чуть дальше. Так, там у нас прям вот снизу. Может, даже и пешком, что ли? Так, даже не знаю, куда он поехал. Хорошо, садимся, наверное, наш байк и поехали. Там, кажется, карьер. Да, там карьер, и там довольно сложно. Нам как раз нужен вот этот байк. Ну-ка, он сможет перевернуться? Ну, вот так перевернулись, садимся. Ребята, еду к вам. Сейчас вам помогу, конечно. Арестую, может, танк. И наш денек закончится, уже наступает утро. Так, спокойно. Без резких поворотов открывается. Шо? Нормально открылся, и... Там где-то прям снизу. Ох, началась перестрелка. Ох, жесть. Ребята, чуть подальше, не лезьте на рожон. Тут реально открыл огонь. Его просто зажали, и он открывает огонь. Хорошо, можно воспользоваться моментом и как раз его вытаскивать оттуда. Сейчас, ребята, я вас спасу. Женские крики, даже не знаю, кто кричит. Так, вытаскивай. Вытаскивай его уже. Так, не хочет вылазить. Сейчас вытащится. Открывай свой люк. Так, можно, в принципе, целиться просто. И уже. Ну-ка, выходи, чувак. Полицейский патруль. Ох, вот наш красавец. Он все-таки вылез. Так, давай-ка на земельку. Давай на земельку. Вот так уже. Руки в гору, по ногам тебе. По ногам, чтобы никуда не убежал. И тебя, наверное, арестуем. Так, и наша боевушка. Вот, кажется, боевушка, но не открывает огонь, потому что он уже вышел из танка. Да, сколько наших полегло. И, конечно, вызываем, наверное, скорую помощь. Так, секундочку, нам нужна скорая помощь. Вот наша скорая помощь. Сейчас ребята приедут и тоже помогут нам. Довольно жаркая будет ночка. Хорошо, друзья, на этом мы закончим. Увидимся в других сериях. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!